Всем привет, с вами Андрей Файв, и у нас сегодня очередная серия «Карьера за Барселону» в игре Evolution Soccer 6. И очередной матч против Депортиво Ла Корунья, который идет на 7-м месте. Давайте посмотрим, что представляло Депортиво на тот момент. Каланчини, Кабде Вилья, Де Гузман, Ботипо, я знаю его, Диего Тристан, Арбелоа. Я видел дриблинг Арбелоа. Реки. Таня Томас, ну что-то смутно помню. Валерон, вот Валерон, самое главное. Ну, знаете, понятно, мне сила того Депортиво Ла Корунья. И сегодня у нас ЭТО играет. Мы помним предыдущую серию карьеры, когда был произведен ряд изменений и каким трудом досталась нам победа в матче против Реал Сосьедада. Сегодня попробуем без каких-то там крутых видоизменений состава. И Хави с мячом перехватил на тот мяч. И имеет момент Хави. Да, я пробил слишком поздно. И как пас, мяч тоже не дошел до нужного игрока. И Пуёль с мячом. Иньеста. Рональдиньо, Пуёль. Месси, Это'о с мячом. Это'о прёт как танк. Неплохо было сыграно в исполнении Самуэля Это'о. И Рональдиньо с мячом. И Иньеста с мячом. И никто не добирается до мяча, чтобы отправить его уже в совершенно пустые ворота. И аут в пользу Депортиво Ла Корунья. И Пуёль, снова Пуёль, Карлес Пуёль, хорош. Арбелоа, вот он встречал Арбелоа. А вы видели дриблинг Арбелоа? Я видел. Это было неплохо, но не точно. Вальдеш будет выбивать мяч. Вот честно, была бы моя воля, при всем моем уважении к Вальдесу, я бы купил бы Касилиса. Да что ж ты будешь делать? То пасы не проходят в самый нужный, ответственный момент. И Рональдиньо по флангу. Пике, пас на Хави. И Месси, и игрок в классном броске забирает, вратарь в классном броске забирает этот мяч. И Арбелоа. Калачини, игрок Ньюкасла, кажется. Сейчас уже, может, перешел куда-то, но я его помню по играм за английский Ньюкасл. Я Туре, Иньеста. Но Иньеста теряет мяч. И Пике. Я смотрю, на защитники очень любят атаковать. Очень далеко вперед они идут. А кто будет защищаться, Херард? Браво, тут Маркес. Я не понимаю, почему они так далеко у меня пошли-то. Ну, тут блестяще действует. Ну вот, хоть побежал наконец-то. И нарушение правил с нашей стороны. У нас пока моментики такие были, когда пасы не доходили, удары неточные. Но уже пора что-то делать. И что-то встал игрок Депортиво. А вот это может быть неприятно, если не прекратим это давать делать. И Симак, да, тут угловой, но лучше так. Галарда и Пуёль, что-то как-то опасненько ты выбил мячик на угловой. Пике, и что, снова угловой, да, Галарда.
Неплохо подает. Уже четвертую или пятую главу. И что, снова? Нет, слава богу, главы закончились. Пасует пике на Симака. И реки с мячом. И мы что-то непонятное делаем. Иньеста с мячом. Ну и все, ребятки, нужно на Месси. Пускай Лионельчик нам сделает голевую или гол. Ну, блестящая защита действует. Симак, это... И там не оказывался Андрес Иньесты. Точнее, он чуть высоковато оказался, а мог сделать классно. И уже сейчас у нас концовочка первого тайма, а мы как-то супер-пупер-мега моментов-то и не создали. А вот это может быть очень сейчас... Слушайте, как хорошо, что он пробил выше таборда. Такой моментик мы ему сейчас привели. И Симак, и по флангу. Две минутки добавляет нас главный судья матча. Игрок тут против Симака сделал подкат. Я и Туре выше ворот. Нет, это... Еще не концовочка первого тайма. Да, это сегодня не впечатляет. Думаю, я уже и по поводу замены во втором тайме. Ладно, дам ему немножко времени, чтобы он отыграл в начале второго тайма. 4 удара, 2 в створ. И поехали. Второй тайм. Месси пасует на Хави. И давайте попробуем по флангу пробежечку сделать. Симак теряет мяч. Бесполезно было это. Рики с мячом. И Хави теряет мяч. И Рональдини у нас в центре поля. И видите, Вальдес. Не смотрит, нас возят-то. Нет. Не в ничью играть, что-то этот мальчик я не совсем хочу. Как и проигрывать тоже. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. И Симак, и тут Пуёль должен. Ир... Да. Сделал-ка я парочку замен. Во-первых, выйдет у нас вот этот человек. На левый фланг я Риера выпущу. А правый фланг. А давайте-ка я Даниэла Алвеша выпустим. Я был впечатленным действием защиты, а вот посмотрим, как он в полузащите на фланге. Ну, тут нам надо от дриблинга Арбелоа отбиться. А немножко поддоставать не начали. Этот Депортиво Ла Коруньи. И тут Иньеста на фланге. И тут может что-то получиться. Да, ваша же... Мать... Рональдиньо. Да. Ох уж эта кнопка удара. И Рональдиньо играет об игрока и остается с мячом. Даня Алвиш.
Мне жаль, мы не увидели, гол ли это или нет. И тут надо все решать. Да, 1-0. Ну, это не совсем то, что я хотел вам показать. То, что счет очень не такой суперский. 1-0 становится. А если бы я упустил этот момент, в дальнейшем мне дорого стоило бы. Хотя, видите, мы выманили защитника, блестяще обыграли. Выманили вратаря и, считай, в пустые ворота. Месси закатил свой удар. Свой мячик. Нужно еще забивать, чтобы не как в прошлом матче. На нервике. И Даниэл, видишь, как сумасшедший. Носится на фланге. И Месси на Рональдиньо. Месси. Лео Месси. И вратарь, да, решает. Да, вот нам еще один момент. Тут обокрали мы защитника. Ну и все, попадаем. Нет, надо мимо ворот пробить. Всю жизнь мечтал об этом. Лео Месси. И это штрафное. Можно... Сейчас будет желтое, да-да-да. Андраде. В принципе, сыграть точно так же, как и в прошлом матче. Но не получается. Слишком далековато, наверное. Глеб тогда похитрее, потому что ближе был расстояние, поэтому тогда так неплохо получилось. Рональдини, и тут раскатка идет на наши ворота. Я это рэп, Пуёль. И Месси, Месси. И Рональдиньо. И там офсайд был бы сейчас. Пике должен. Рики. Нет, Рики. Ты не хочешь это. И Пике хорош. Симак. И Симак по флангу. И надо смещаться и делать голевую передачку. Там блестяще делает защитник свое дело. Риера и Месси. Как он классно подал. Как он классно сыграл головой. 2-0. Ну тут слава без излишне. Месси оказался в том месте, в котором он должен был оказаться. Арьера сыграл блестяще. Хорошую подачку сделал. Сложный матч, тем не менее. Не такая это легкая победа, как с тем же тогда Вильяреалом была 2-0. Тут победа во втором тайме на нервах, на характере. Рики. И тут, ну уже все, честно, тут уже и Депортиво понимает, что матч они доигрывают. Да, сложный матч, тем не менее. Мы на третьем месте точно так же. Осасуна.
Эд Милсон. Сальдадо. Ну, есть парочка игроков. И... Ха-ха, Валенсия играет в ничью, и у нас уже одинаковое количество очков. Просто голов больше они забили, поэтому... Рома с Миланом и Интером троевластия. Арсенал, Манчестер Юнайтед. Челси. Тоттенхэм, кажется. Ну, да, пересортировал команда. Гол. Вилья, Месси. Эвертон, Морентос. Ну, понятно. Ух ты, Сережа Рамос, гляньте, разобивался. 4 гола. Вандервард. 5-3 голевых. Ну, да, интересно тут будет. Вот. Так что, такой вот вышел матч. С вами был Андрей Файв. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте мои видео, что вам нравится, что мне не нравится в моей карьере. Ставьте лайки. На сегодня это все.